Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Сегодня хочу порассуждать на такую интересную тему, как музыка в хастле. Большинство людей в современном мире живут по инерции. Почему? Потому что человек – это биологическое, механическая, электрическая система, а любая система стремится к сохранению энергии, то есть к покою. Размышлять о чем-то, думать и притворять эти мысли в жизнь энергозатратно. Поэтому большинство людей предпочитают заниматься либо пустыми мечтами, не подкрепленными конкретными действиями, либо пустой критикой. Причем думать гораздо энергозатратнее, чем совершать какую-то физическую работу. Но именно это я предлагаю нам с вами сейчас поделать. Как происходит изменение в обществе? Либо быстро, революционно, когда верхи не могут, а низы не хотят, как мы помним из учебников истории, либо медленно, маленькими шажками. Собственно говоря, революции тоже подготавливаются в течение долгого времени. Но сейчас я хочу поговорить о таком политическом феномене, как окно Овертона. Это когда неприемлемая ситуация в течение достаточно большого времени может выйти на уровень государственного закона. Ну, чтобы вам было понятно, приведу пример. Если бы лет 50 назад в Советском Союзе заговорили о легализации однополых браков, кто бы это ни был, пусть даже член Политбюро ЦК КПСС, скорее всего, его бы посадили под домашний арест, либо в психушку, либо в тюрьму. И вот, если какая-то идея маленькими-маленькими шажками в течение длительного времени начинает продвигаться, то лет через 50-100 она вполне может оказаться абсолютно легальной. Причем делается это следующим образом. Во-первых, об этом начинают открыто говорить. Вот представьте, в Советском Союзе нигде, ни в прессе, ни на радио, ни по телевидению не звучала информация о гомосексуалистах. Это не значит, что не было таких случаев, но об этом знали только сотрудники милиции. И вот об этом начинают говорить. Пусть с негативной окраской, пусть немного, но начинают говорить. Раз. Второе. У этого меняется название. То есть мужеложество в Советском Союзе – это была уголовно наказуемая статья. И этих людей называли пидорасы. Затем их называют гомосексуалисты. Люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Голубые. Нежно, красиво, приемлемо. Два. Затем под эту идею подтягиваются люди искусства. Художники, композиторы, певцы, музыканты. И до сознания людей доводится факт, вот смотрите, талантливые люди, но нетрадиционной сексуальной ориентации. Таланту нужно вдохновение. Вдохновение можно получать разными средствами, а цель оправдывает средства. Три. Четыре. Разрешаются гей-парады. Пятое. Легализация однополых браков. Так вот, зачем я все это говорю? Я хочу начать сдвигать окно Овертона в сторону более определенной модели хастла, хотя бы в базовом варианте. Поясню. Как происходит развитие любого танцевального направления? На мой взгляд, вначале появляется музыка, которая нравится многим. Затем в нее придумываются какие-то движения. И когда движения совпадают с музыкой, происходит эффект резонанса. То есть одно усиливает другое. Этот танец нравится,
У него появляется много поклонников по всему миру, и он начинает торжественное шествование по стране и по всему миру. Все фестивали, конкурсы, книжки и фильмы, снятые об этом танцевальном направлении, это второстепенно. Все-таки первично это музыка. Потому что музыка – это положительная вибрация, которая передается от инструмента к человеку. И вот с музыкой в хасле самый большой вопрос. Какая она должна быть? Любая, скажете вы. Одна из моих учениц как-то на хастл-дискотеке спросила одного диджея. А на дискотеке звучало очень много кизомбы. Зачем? Пусть учится, ответил он. Учится чему? Танцевать кизомбу? Танцевать хастл под кизомбу? Я не думаю, что на сальсовой дискотеке звучит очень много альтернативной музыки. Не кубинской, не латиноамериканской. Конечно, мы танцуем под альтернативную музыку. И West Coast Swing, и аргентинская танго. Но, чтобы это делать, во-первых, вы должны танцевать очень хорошо базу. Во-вторых, такой музыки ставится немного. И танцевать это можно только при очень высоком уровне взаимодействия. Давайте порассуждаем логично. Процент людей, уходящих из хастла в другие танцы, гораздо больше, чем процент людей, приходящих из других танцев в хастл. Почему? Ведь хастл позиционируется как самый простой социальный танец. Социальная тусовка – это люди, занятые работой и занимающиеся танцами, между прочим. То есть, по логике, все люди должны заниматься именно хастлом, потому что это просто, а этого не происходит. Где логика? Человек захочет развиваться и будет это делать, если он увидит перспективы этого танца и если его будет вставлять музыка. Поэтому основная фишка хастла – свобода, согласен. Но тогда не говорите, что это самый простой танец. Чтобы научиться танцевать хорошо хастл под разную музыку, нужно заниматься разными танцами. Нужно заниматься танцами, сопутствующими контактной импровизацией, партнерингом, джазом. Тогда лет через 10, может быть, вы будете танцевать хастл хорошо. А может быть и нет. Знаете, меня иногда спрашивают, зачем ты так упорно пытаешься развивать то, что не готово к развитию? Вот бывает такая ситуация, мужчина женщину бьет, унижает, не дает денег, а она все равно с ним. Почему? Любит. Любовь – это неразумное, эмоциональное объяснение нелогичного. Иногда. Так вот, наверное, я люблю это направление. И люблю и вижу его перспективы. Возможно, слишком велика инерция. И глобально никто не задумывался, почему так, можно ли что-то улучшить, а самое главное, зачем. Но мне кажется, с музыкой в хастле, по крайней мере в базовом варианте, нужно как-то определяться. Выбор музыки происходит либо исторически, в достаточно долгий период времени, либо это может быть достаточно краткосрочно, при условии, что несколько людей объединяются и решают выбрать, ну, как в спортивном хастле, характер музыки, темп, и под это начинают танцевать большинство. Выбор музыки – это большая ответственность. Я не возьму на себя его. Но в любом случае, для того, чтобы хастл, этот замечательный танец, этот брат не был инвалидом, музыка для базового хастла должна быть танцевальная. То есть простая, понятная, ритмичная.
Простая не значит неинтересная. Но она должна быть понятна большинству, в нее должно быть удобно шагать. Тогда, возможно, хастл встанет в один ряд с другими социальными танцами. А дальше возможны два варианта. Первый. Хастл все-таки развивается. Хастл все-таки меняется. Он становится интереснее, что наглядно показал наш третий фестиваль по импровизационному хастлу. Пройдет время, те люди, которые сейчас руководят студиями хастла, так называемая старая гвардия, уйдут, придут новые люди, которых также будут волновать проблемы музыки, проблемы развития и популяризации этого направления. Может быть, среди них даже будут наши ученики. И хастл изменится. А возможен второй вариант. Я умру, и идея парной импровизации забудется. Знаете, у Маяковского есть такие строчки. «Я хочу быть понят своей страной, а не буду понят, что ж. Над своей страной я пройду стороной, как проходит косой дождь». Я не говорю, что хастл должен быть только каким-то одним. Он разный. В этом его прелесть. Это парная импровизация с очень большой степенью свободы. Но именно свободу многие люди воспринимают как анархию, вседозволенность. А движение в разные стороны очень редко приводит к какому-то хорошему результату. К результату приводит все-таки структурированное движение в одном направлении. Вот хочется ориентировать ваше сознание на все-таки поиск какой-то музыкальной формы для танца хастл. Поэтому очень хочется сдвигать и расширять сознание в сторону более определенной музыкальной модели хастла. Очень хочется дожить до этих времен. А что будет, покажет время. Есть закон эволюции. Выживает сильнейший. Посмотрим. Развивайтесь, совершенствуйтесь, думайте.